Бороться с криминалом кировским полицейским помогают сами жители. Наша область вошла в число 15 регионов страны с наилучшей раскрываемостью преступлений. Главный полицейский области Сергей Солодовников объяснил, это связано не с усиленной в этом году работой полицейских, но и благодаря участию в этом обычных людей. Например, активнее, чем в прошлом году, стали привлекаться народные дружинники, байкеры и участники дорожного патруля. Общими усилиями число грабежей снизилось в 2,5 раза, чем за аналогичный период прошлого года. Вдвое сократилось число убийств. Также полицейский пообещал в июле завершаться расследование по нескольким громким экономическим преступлениям. Мы объявляем об окончании таких значительных уголовных дел, как дело Центрального рынка, как дело Ганжелы, которое будет объявлено об окончании 9 июля уже. Шулаева, троллейбусного депо.